платье, чтобы произвести... А что это за хуйня 200 тысяч? Давай, я сейчас с робоксами нормально сейчас сделаю. Как мне сделать сервер? За 100 робоксов? Это не та игра? Сука, блядь, как это не та игра, нахуй? Ух ты, бля, она заходила, все, вот они. Так, выберите следующую тему. А как мне тему выбрать? Типа, я пишу любую сам? Лето 2024. Чё с меня я только что купил! Я главный в этом режиме! Вы чё, блядь? Бля, какие уёбки. Все, давай. Включай мне. Начинается новый раунд. Тема лето 2024 by Динозавр Иван. У вас будет 325 секунд, чтобы закончить наряд. Я готов, давай. 3, 2, 1. Блять, какая... Такс, окей, погнали. Лето 2024. Такс. Волюми. Лето 2024, как же я выгляжу, какая же я сучка, какая же сосочка. Лана салон. А, салон пока рано, мне нужно тело, мне нужно тело. Вот такой легкий загар. Это совсем беленькое. Вот такой легенький загар. Даже, знаете, даже может быть, вот так вот. Во, прям вообще и румянец аж. Даже. Да, все, супер. Дальше, лицо. Где лицо могу сделать? Каких $800, блядь? Почему я должен за это деньги давать? О, вот здесь. Так, это ногти. Супер, волосы. Лето 2024. Не, хуйня какая-то. Блонди? Не. Точно нет. Что-то может быть такое? Да? Да? Где... Рыжуля будет, роковая. Да, неплохо прямо. Лицо как сделать? Вот она. Фуф. Ой, бля, фурс. Такс. Такая. Такая, нет? Кокеточка прям хорошо села. Это нежная слишком. Ой, блин, такая, типа, поставьте лайк, да, облайкайте меня, все. Это слишком такая. Ну, не знаю, не то, как будто еще не подходит сюда. Ой, блядь, это просто с пляжа нафоткалось. Это что за чудовище, ебать, урод, страшно. Не, это просто фифа тупо. Вот это, конечно, гламур. Это гламур. Это слишком просто. Это слишком грозно. Это слишком охуело. Короче, да, я думаю, такая. Так вот. Да. Оно. Да, супер. Это что ты очком своим стал сюда? Так. В смысле, я не могу сам что-ли сделать? Ну, пиздец. Все, встань отсюда! Отлично. Так, окей, теперь самый главный наряд. Сколько еще у нас времени, чат? Постоянный VIP. Блять, да вы че? Вы че, дурня? Почему это стоит так много денег? Ладно. А почему это сто? Сколько мне денег, чат? Как я могу узнать? Это бесплатно, да? Бля, нет, это какая-то хуйня, если честно. Так, мне нужна мини-юбочка. Най-най-най-най-най. Мини-юбчоночка. Где же ты есть? Блин, ну вот это как будто бы оно. Как будто бы оно лето 2024, но хотя нет. Бля, надо было зиму делать, носить зиму больше шмоток. Что здесь еще есть? Это не лето 24. Ой-ой-ой, посмотрите. Оно. Так. Ой. Ну это модно, это модно. Это модно. Это модно. Но это не то, да, чат? Это не то, блять. Это не то, сука. Ага, вот оно все. Фуи, прекрати. Вот это по-летнему выглядит. Вот это сейчас сказать выглядит по-летнему. Но да, это же фэшн у нас. У нас же фэшн. Или лосины. Чтобы вообще охуеть, чтобы булками смяли тебя просто. А ну, где девчонки? Съебаемся!
какие-то... Знаешь, такие, может быть... Такой... Да ну съебитесь, ребят! Не мешайте. Какой цвет? Может быть, вот что-то типа такого песочного? Да-да-да, цвет кожи, поняли? Супер, 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 хорошо. Это то или не то? Не, как будто не то, это не лето. Такое что-то в спорте хочется. Хочется что-то в спорте. Не, не то тоже. Тоже не то. Что-то в спорте хочется. Не-не-не-не-не, ребят. Туфельки. Блять, я ничего не могу, ну я не могу ничего надеть, нет у меня. Так, хорошо, допустим, окей. О, оно? Так, хорошо. Да съебитесь, дуры! Ой, блять, как же они мне мешали, нахуй. Я вас всех забаню. Просто, что это за овца-то? Ой, боже мой, блять, ну что ты сделала? Просто, бля, я только пивом по голове пёзнуть. Боже мой. Что ты встала? Что ты встала, как бедный родственник? Иди отсюда. Позор века. Латекс. Да у меня была идея. Что это такое, блядь? Мы в смурфиков играем или в аватара? Один, нахуй. Позор. Один, 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 позор. Все, давай отсюда. Кириллов, блядь. Кирилл. Иди играй в этот, в стендов 2. Не надо залезть куда не умеешь. Лето 2024. Ой, сразу видно, ей максимум 12. С таким стилем ей максимум 12. Что это? Это девушка? Лето 2024? А чё, штаны еще шире не было? Что это такое? В этом что-то есть. Киото 3. В этом что-то есть. Минус балл за джинсы. Минус балл за прическу. 3 балла. Тема лета 2024. А не елка. Почему на тебя нацепили все, что можно, блять? Один. Боже мой, нахуй. Стыд и срам. Ну ш... Ну, тебя такой был потенциал, твоя мама 2835. Но... Ладно, представим, что ты хотел надеть серую юбку, а не вот эту розовую. Тогда я поставлю тебе 3, потому что я очень хороший образ. Но если бы твой косяк было бы 4, может даже 5. Позорница. Ну что за джинсы, блядь? Ладно, это от меня тоже 3 получает. Тоже 3 от меня. Алинка Алиен. Это милый наряд, он получает больше всех от меня, минус балл за волосы. Но с этим топом как будто бы надо было другой низ. Кроссовки хороший выбор. Вот она. Вот же она. Вот же она, блять. Что это за наряд? Это же лето 2020. Она сияет, посмотри. Она shining bright like a diamond, guys. 4. 4, потому что... Волосы нельзя, мне показалось. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Здесь просто... Вау, как сочетаются босоножки, ногти и все вот это вместе взятое. Слишком сильно выделяется ожерелье, шляпка тоже хорошо выглядит. Следующий. Я про волосы забыла. Ты забыла, что здесь надо типа красиво одеться или что? Ты хочешь, чтобы я ставил балл? Следующий.
да. Да, да, да. Да. Ой-ой-ой-ой. Так, синие шорты. Это уже в прошлом десятилетии. Шляпка хорошо выглядит, а топ тоже. За синие шорты 4 поставил бы, не успел поставить. Следующий. Позор. Стыд, срам, позор, отвратительно. Почему выиграло вот это чудище? Да, да, прическа была просто невероятной. Да, прическа и сочетание вот этого и вот этого невероятное. Топ. Проблема в топе, в ногах и в маникюре. Я не успел. 3-2-2? Согласен. Почему вот это ублюдок выиграл? Третье место вообще. Тут, в принципе, более-менее... Ну, у нас же были красивее кандидатки. Ну, что такое, блядь? Еще раз. Сейчас пересоздам ссылку. ТГК скинь. Да, блядь, ссылку сейчас давай в ТГК скину. Ты что, еще что ли, ебнулся головой? Там 20 человек могут зайти. Скинь в ТГК ссылку. Да я уже бегу, блядь. Сначала я зайду, потом дам ссылку. Фрик, уже все зашли. В смысле, как они могли зайти? Это мой сервер. Почему они зашли? Кто мешать будет мне, я тех буду банить по нику. Поняли? Заходим. Такс. Мне нужны нормальные конкурентки. Тема будет... Спасибо. Тема будет... Одета, но нет. Тема будет называться «Одета, но нет». Тема слишком длинная, в смысле? Блять, в смысле? Какой раунд? Разбитое сердце Валентина. Ладно, это тоже я хотел сделать. Окей, пофиг. Так, разбитое сердце Валентина. Окей, 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 хорошо, окей. Так, в первую очередь. Здесь большой упор на лицо и волосы. Сначала мы делаем лицо. Лицо у нас здесь будет кастомное. Грустные глаза, нам нужны грустные глаза, заплаканные, задумчивые. Бля, это с ума сойти. 349 робуксов. У меня столько уже нету, блядь. Козы ебаные. Вот такое. Вот так, да. Супер. Бля, ну вот посмотрите на эту ебаную дуру просто. Посмотрите. Че она прыгает здесь нахуй? Не мешай мне. Такс. Все, есть волосики теперь, грустные волосики. Ах ты мразь! А ну встали! Такс, что там? Бэнкс, что такое? Ой, бля, извини, изуродовал. Как убрать это? Разбитое сердце Валентина. Окей. Окей, это я знаю, как сделать, я имел с этим дело. Не то. Бля, ну посмотрите, ну нахуй это делают они просто? Зачем, блядь? Такс. Не, мне нужен здесь Бэнкс. Не такой. Эй, блядь! О, стой. Сейчас будет красота. Это будет блондиночка? Как сделать блондиночку? Так вот. И Бэнкс. Красота, чат? Вай, блин. Ай-яй-яй. Муа. Такс. Разбитое сердце Валентина. Валентина. Вот, да. Это будет такое бордо. Да? Один вот это или два? Два, похуй. Фуя! Что это такое, знаете? Раз.
Блять, что-то дороговато. Я только что голенько видел, клянусь. Вот так вот будет дорого. Очень дорого. Будет очень дорого. Херня какая-то. А если... Бля, не знаю, ну ебчонка сюда не подходит, чат. Все. Вот оно. Разбитое сердце Валентина. А, ножки, туфельки и платье. W. Макияж W. Сережки W. Как будто бы было какое-то свидание в дорогом ресторане, откуда выбежала заплаканная. Хороший образ. Это очень хороший образ. Это выглядит просто как героиня. Это выглядит как Гвен Стейси из Человека-паука. Хорошее сочетание цветов, мне нравится, туфли. И топ, ремень тоже очень хорош. Следующий. 4 дебалки. Я устал повторять, извините меня, достало вот это вот. У нас не смурфики, у нас не аватары, у нас не головоломка. Это один балл. А вам кто морду плюнул? У нас с хренанием День Святого Валентина, разбитое сердце Валентина. Вы что здесь делаете? Как пришли, так упёздываете. Следующий. Но это не по теме, это не по теме, это не по теме, это неплохой образ, но это не по теме. Вы слишком круто себя выглядите. Это не разбит сердце Валентина. Следующий. Маквин, привет. Это просто изумительный образ Кириллов. Но это не разбитое сердце Валентина. Образ изумительный, но не по этой теме. 3. Следующий. Вау! Это 5! Какие туфли! Какое платье! Какой образ! Это разбитое сердце Валентина! Это именно оно! Следующий. Ого! Ого! Это что-то неожиданное, это что-то дерзкое. Это что-то не читающее сейчас сразу. Разбитое сердце Валентина, вижу ли я в этом образе? Не вижу, но палитра мне нравится цветов. 3. Следующий. Это пять. Просто такие волосы, такая шляпка, такая заколочка, такой образ. И это все так нежно выглядит. Это разбитое сердце Валентина. Это 5 из 5. Следующий.
Что это? Бывшая Аладдина? Что это такое, блядь? Поэтому Братишкин лучше. Так ну зураганься отсюда нахуй! Сиби в туман! Это... Ну, я думаю, это больше королева. Глам... Ой, бля! Она занята кем? Ну, вот это нихуя себе. 5 не успел поставить. Эта сука стырила мой наряд. Эта сука с ником Лизун стырила мой... Что ты... Чё ты дёргаешь? Ой, ой, эпилепсия! Врача, врача! Врача! Один ставьте! Все? Так. Последнее, но не менее важное, сделать немного шума для данчедов. Бля. От Валентина здесь Валентинка. Безумительное платье. Бижутерия. Это 5. Вау. Вау. Ну, я считаю, что топ очень хорош, но только она должна была быть на первом месте. Данчеда должна была быть на первом месте. Меня не должно было быть здесь вообще. Может быть, вот эта девчоночка могла быть на первом месте. Может быть, вот эта. Ну, не на первом, а в топе. Может быть... Нет, это да. Что ты, блядь? Эй, давай отстань отсюда, вертолет! Ну, вот это тоже образ очень красивый. Очень красивый. Что ты? Что хочешь ты? Убери туфли свои от моего лица. Я красилась. Я водички плескаюсь. Девочки. Девочки, пойдем водичку. Девочки. Девочки, пойдем водичку плескаться. Девочки, пойдем, 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 пойдем купаться. Пойдем купаться. Пойдем купаться. Все быстро. Все быстро. Все, все сдриснули. Все, все, мочить трусы. Давай, 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 все. Бежим, 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 бежим. Купики, купики, давай, 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 давай. Что, дебил, блядь?